В селе Коктубе Жамбылской области 3 года ждут подключения к питьевой воде. Строительство системы водоснабжения там завершили в прошлом году. Однако к центральному водоснабжению подключили всего несколько домохозяйств. Остальные вынуждены тратиться на привозную воду. Местные власти объясняют это недоработками в проектировании водонапорной башни. Ее мощности оказалось недостаточно для обеспечения всего села. Специалистам пришлось доработать проектно-сметную документацию. Строительство второго водонапорного сооружения обещают завершить весной. Система водоснабжения в селе Коктубе пришлось бюджету в 760 миллионов тенге. К слову, в такой же ситуации оказались и жители села Саудбек. Каждые 3 дня привозим по 50-60 литров воды. Это только для питья и приготовления еды. А вода из колодца слишком жесткая, непригодна к употреблению. Ее используем для стирки, уборки и хозяйства. Шуйский район обеспечен питьевой водой на 76%. В этом году систему водоснабжения строим в 9 селах. 4 проекта завершим в этом году, остальные в 2025 году. Таким образом, достигнем 100% показателя по обеспечению питьевой водой.